Следователи Якутии проводят проверку по факту гибели двух детей в селе Хабтагай. Напомним, 4 марта в Хабтагайскую участковую больницу поступили 4 пациента с отравлением угарным газом. Пострадавших в больницу доставил их отец, который и обнаружил тела в обед, когда вернулся с рыбалки. Врачами была диагностирована смерть у двоих детей 2003 и 2007 годов рождения. Мать детей и выживший 8-летнего мальчика доставили санрейсом в Якутск. Врачи борются за жизнь пострадавших. По данным следствия, друг хозяина дома поставил в гараж, примыкающий к зданию, свой автомобиль Toyota Crown и установил транспортное средство на режим автозапуска двигателя при понижении температуры воздуха до минус 5 градусов Цельсия. После прогрева должно было произойти автоматическое отключение двигателя автомашины. Вернувшись домой днем 4 марта текущего года, хозяин обнаружил в доме тела своих детей. Его супруга и 8-летний сын госпитализированы в больнице с отравлением угарным газом. Входная дверь дома была заперта изнутри. Автомашина находилась в гараже с работающим двигателем. В настоящее время в рамках процессуальной проверки проводятся неотложные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Транспортное средство изъято для проведения необходимого экспертного исследования. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.